Три ниши, три задвижки, бля. Это пизда, нахуй. Иду, бля, Харитон, бля, меня там, бля, за эту хуйню. Потом начальник, думаю, ебало там его, я что тут, бля, бригадир, бля, или что, бля. Хорош, хорош, да. Что? Что ты хорош, блядь? Ты вож, прими, блядь. Рот заглядывает, да, блядь. А то он затихарился там, блядь, ну, посмотри на него. Да, да. Я подведу. Синяя ебала тут сидит, блядь, нахуй. Хорош, блядь. Серега, потом по кабельному пустим. А то ты делаешь, ну, что делаешь? А сегодня знаменовцы стояли со мной, автобус тоже ждали. Пиздели, бля, а вот на мастера крупным планом. Что им сказали это? Кто? Что аж паски деньги будут, бля. Это княгиня? Да. Нихуя. Княгиня тоже сказали, что не могут стоять. Знаете, зажигал. Я разговаривал. Что держи? А. Ну, вместе собираются завтра поставлю. Да. А они 2 недели назад ебанули эту хуйню. Серега, пиздец. Они написали это. 3 раза больше будешь получать, чем у Родина. Протокол составили. Мы будем тебе скидывать эту херню. Они уже конверты бабки приносить, чтобы ты, блядь. Там этот профсоюзный. Ебать, и курят, и пьют. Мне интересно, что, гляди, раньше Володин, да, блядь? Пиздец, бастун. Виноград сейчас, будет блядь, рад, Серый. Да пиздец, его. Я его лучшим я другом буду, ёбаный. Нахуй мы кому нужны? Типа, хули толку, блядь. Когда он был бригадиром, на зубе, блядь, еще как там, блядь, родился, какого, Серёг, у вас пожары на улице были, блядь? Будут, да? Будут, блядь. А ну, а кто это говорит? Еще раз, как? Я. Да ну, бля, не, я не курю. Печку сыви, блядь. Серёнька, улыбнись. Ага, давай. А теперь начался там 2 разрыва, да? А нет, блядь. Какая же хуйня. Брусил хватает. Сейчас пылью забьёшь, блядь. Сейчас загреблю дуб. Текай, здоровье. Да, твоя камера. Я для дымовую завесу делал. Смотрите, а ну возле комбайчика, я тут раз-раз на кнопочке, тик-тик-тик-тик. Я тебе еще говорю, это не фотоаппарат, блядь. Ты, блядь, не запусти, блядь, а то... Ну и пусть работает, какая разница. Ну ключи, что хоть пошумел, блядь. По печке выйдет. Сейчас я тебе как включу, то он сам повесит. Он туда, к Сереге, блядь, печку новую ему пробьет, нахуй. Ну ты ж, блядь, одной ручкой на рычаг сводчик. Ты, Сережа, молча не лазь, а это, блядь, как его? Рассказывай, блядь. Где соно ходит? Да, микрофон пылью запылился. Давай, Серега, фамилию, табельный номер сразу, блядь. Стаж работы. Стаж работы, да, блядь. Ну, чтоб как положено. А сразу фамилия напрашивается. Так, ты думал, Александр Владимирович. Александрович. Александрович, блядь. Табельный номер. 738. Стаж работы, 10 лет. 7-3-8. Верхний нишевой, блядь, нахуй. Курит, блядь. Пьет, блядь. Злоупотребляет. Баб ебет, да? Да-да-да, вот это ты и мог что сказать, ты гадость ебаная. Время 4 часа он утра, топчет. Блядь. Топчет. Еще да? Ниши, блядь, ни сантиметра не срубано, блядь. Вот так вот. Тут не прут, тут топчат, да? Ни сантиметра в жопу. Ну ты хоть намордник одень, типа что, комбайн вырубался. Не говори, забойщик, блядь, бери молоток, какого ты хуя сидит? Да, ты видишь, тут комбайн стоит, блядь, ты дурачок. А где молоток, блядь? Я не имею права лезть, когда комбайн. Это комбайн. Ну вон он, блядь. Я ж ты видишь, вот тут. Права мы купим. Ой, видишь, блядь. Ручки дергай, а ну подожди. Кнопочки жмут. Подергай еще. Подергай? Подергал бы тебя, кто-то на базаре вату крутит, блядь.
Вот он, видит, самый герой. Вот он, нихуя себе, забочек, блядь, мировой. Так все стакана прилезло. О, Иван, а ну, Санечек. А ну давай, руби уголек, нахуй. Я забочек молодой снял угляполоску. А, несите меня домой, заебался в доску, блядь. Серега, а на сколько у тебя там камера? Да хватит тебе, да не задай. Полная батарея. Ему хватит нишу срубать. 3 на 3. А вот это, Олег, проблема. Да буду стараться, ебать. Ну сейчас мы посмотрим. Давай, пари, нахуй. Да, кассета, нахуй. Да. Так кассета-то да, но я ж подсветку включу. Блядь, а где масло залить? Ну сейчас я тебе буду с комбайна масло сливать. О, а ну покажись нам. О, огонь, блядь. А, густая такая. Сразу видно, что работает. А работает, блядь. Масло, да? Густое. Да пойдет. Да что, пойдет. Ну, наша соль. Ох, ебать такая. Вот так, Серега, видишь, как... Уже хотел щипануть. Махнуть не глядя, да нет. Прется. Блядь, слабовато, слабовато. Блядь, слабовато, Олег. Вроде ищика новая, что-то ты не ебать-то нахуй. Ебаная тетя нахуй. Как ты пошел? Выпустил. Он мне грязный по выезду снимет. Да снимет он тебя по выезду, блядь, в бане, блядь, грязного. А что ты с середины начал? Начинал бы сначала. С нижней головы. Так уж не уе, а что, блядь, там култыка нету, блядь. Ну и что ты это? Законурился надо. Оборвал самое легкое и все, довольный шел возьми. До свидос. Ага. Надо ж все заснять, Саш. Слышишь, Серега? А можешь ты эту хуйню вытереть?
Стереть? Да. Могу. Саня, ты дубки заверил. Ходит. Сейчас подожди. На резиночку иди. Что там есть, я смотрел. Видите, там есть. Что такое секция, как она это плава по этому вдоль идет. А это мне не вдоль нужно. Вдоль и поперек, блядь. Мне это не нужно. А, давай, не эти, ключик, не по, это. Поперек. Ну, подожди. За ногу. Дай я ее брать, будьте она. Уголек хоть заснять, блядь, своей показать. Да. Записывать начал. А что ты шляпу снял? А куда? Ее не видно будет. Я свет, подсвет. Снял? Конечно. Это мое место работы. Здесь мы зарабатываем деньги на учебу, на кожаные куртки и на все остальное. И на лак для ногтей, скажи. На лак для ногтей и на трусы. Ругаться не будем. Сегодня не тот день. Вот то лава. Вон я свечу. Вот это комплекс стоит. А там дальше фильм ужасов. Ну туда мы не пойдем. Возьми молоток, покажи, как он работает. А ну давай, рубани нахуй. А вот это молоток отбойный. Это мы тоже... Блядь, дай это там, хуйня. Чуть-чуть. Вот. Снимай. Вот так вот. Вот. Все, конец фильма. Да, что-то мало. А ну еще рубань. А он не умеет рубать. Я не хочу пылить. У нас живут люковые. Ты что, на камеру снимаешь? Ага. Нихуя себе, нахуй ты его взял, блядь. Свет, потуши. Не жалко, блядь, парень. Ну куда нам нахуй делать?